Друзья, вас приветствует лохматая душа. У нас сейчас небольшие проблемы, которые мы решаем. Проблемы возникли из-за того, что один из недоброжелателей пишет кляузы во все инстанции. И нас трясут сейчас уже целую неделю. Из-за того, что поступили эти кляузы, мы вынуждены деньги, собранные на корм, пустить на паспорта и чипы. Ребята, у нас очень тяжелое финансовое положение. Этот недоброжелатель, хотя что я его скрываю, это Боев Сергей. Не хочу рекламировать этого. Я просто хотела бы узнать, какую цель он преследует, обливая грязью наш фонд. Я понимаю, раньше ему не нравилась Валентина Силич, это я. Сейчас у нас фонд «Лохматая душа». У нас много волонтеров, много друзей. Мы постоянно выпускаем ролики о нашей жизни. И вы все видите и участвуете в нашей жизни. Вы сами понимаете, облить грязью легко. Тяжело отмываться. И тем не менее, 8 лет я отмываюсь от грязи, этого не до... 8 лет, ребята. Разумеется, я не сдамся. Об лохматую душу он обломает зубы. Но я прошу вас поддержать нас и помочь нам. Я ненавижу сплетни. Я никогда не участвую в этих сплетнях, в этих переписках и не пытаюсь себя отбелить в интернете. Мне некогда. У меня стоит более высокая задача. Не побоюсь этого слова. Спасение 1500 животных. Сейчас из-за этих проверок мы вынуждены закупить 1500 чипов, 1500 паспортов. Мы сейчас проходим вакцинацию, договора. То есть приют поднимается, ребята, благодаря вашей помощи, вашей поддержке. Приют поднимается. Но для того, чтобы навести полный порядок, для того, чтобы документацию поднять и разложить все по полочкам, ребята, необходимо время, которого у меня нет. Из-за того, что меня таскают по организациям, по проверкам, по... я пишу объяснительные. Ребята, с одной стороны, иногда даже хочется сказать этому спасибо. Потому что благодаря ему я выявила свои негативные стороны. Я выявила, где у меня не хватает договора. Я выявила, где мне надо съездить и куда и с кем договориться. То есть могу даже сказать, антипиар – это тоже пиар. Что мне сказать? Накричать на этого... Ребят, скажу только одно. Мне этого придурка жаль. Жаль. Несостоявшийся мужчина... Несостоявшийся. Именно этим, я уверена, вызвана его озлобленность и травля нашего приюта и фонда. Прошу меня понять, пожалуйста, друзья, правильно. Это единственное выступление, которое я посвятила этой проблеме. Больше об этом человеке я упоминать не буду и не хочу. А сейчас прошу вас, нам нужны чипы и паспорта, нам необходимо это закупить. У нас сейчас стоит выбор или корм, или чипы с паспортами. Я прошу вашей помощи, друзья. Я прошу вашей поддержки. Благодарю всех, 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 мои хорошие, кто отзывается и помогает нам.